Поднявшись на трибуну, главный пропагандист Рейха заявил, что у Германии есть чудо-оружие, способное изменить ход войны. Английская пресса издевалась надо мной. Они писали, что это оружие лишь плод моей пропаганды. Я не стал их разубеждать. Пусть оно станет для них сюрпризом. И предупредил: у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать.